11 августа в Твери произошло долгожданное событие для автомобилистов. В 16 часов для движения машин открыли правую сторону Ворожевского путепровода. Сейчас там завершаются работы по укладке верхнего слоя покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона. На правой стороне моста уже установлены, функционируют опоры освещения. В ближайшее время там будет нанесена дорожная разметка и подготовлен тротуар для пешеходов. В ночное время путепровод будет периодически перекрываться для осуществления ряда других работ. Как мы обещали, в 16 часов открыто движение на Буражском путепроводе по одной стороне в направлении автодороги Москва-Санкт-Петербург. В 16.15 открыто второе направление движения в направлении города. Соответственно, данная схема будет существовать вплоть до открытия целиком самого мостового сооружения. Напомню, что в ночное время периодически мы будем закрывать мост для проведения технологических работ, которые невозможно выполнить в ходе движения. В конце, непосредственно перед пуском путепровода, на 1-2 дня также путепровод будет полностью закрыт для проведения испытаний, которые необходимы для ввода моста в эксплуатацию.